Говорит Москва. Германия полностью разгромлена. «76 лет победе в Великой Отечественной войне. Она забрала 1418 мирных дней и миллионы жизней. Чтобы сохранить надежду в светлое будущее и вернуть мирное небо, ежедневно на фронт уходили сотни тысяч солдат. Не всем из них повезло вернуться назад, туда, где их ждут больше всего на свете, их семьи. Те, что вернулись, стали героями. Их лица – это лица победы. В их глазах живая история. Телеканал «Самара ГИС» представляет откровение ветеранов Великой Отечественной войны. Кто на полях работали в это время, кто где прибежали к сельсовету, сразу организовали там руководство, партийные организации, председатель колхоза, председатель совета. И, значит, рассказали, война, немцы напали вероломно на нашу страну. Когда началась война, Фатыху Шарапову было 15, один за другим на фронт уходили старшие братья. На плечи юноши легла тяжелая ноша. Он на быках пахал землю, сеял и косил поля, перевозил тяжелые мешки, вес которых был многим больше его собственного. Вдобавок ко всему голод и холод, но опустить руки он не мог себе позволить. От его усилий зависел успех армии, жизнь советских солдат, в числе которых была вся семья Фатыха. Всех определила война. Они на второй же день уже в военкомат, в Елховку, пригласили, ну, мобилизовали и отправили на фронт. В 17 сам Фатых Шарапов отправился защищать родину. Провожали всем селом. Из Елховки отряд прибыл в Куйбышев, откуда молодых ребят отправили на учения в Ульяновскую область, город Меликес. Повезли в вагонах таких телячьих, раньше говорили, не пассажирских. Да, ну вот и поехали в Ульяновскую область, город Меликес, в лесу, в землянках нас определили обучать, готовить на войну. Уже с войны раненые приехали, я помню, ребят такие прям тяжелые раненые, и они нам все свой опыт передавали, а я стал там. Там разные специальности, минометчики, пулеметчики, стрелки и так далее, так далее, разведчики. А я стал стрелком, максим-пулеметчиком. На сборах Фатых Гареевич провел несколько месяцев, позже отправился на войну. Его еще нескольких бойцов выбрали и направили в Безенчук на обучение. С очередным испытанием солдат справился на отлично, был отмечен почетным листом. И это при том, что практически не говорил на русском. Всегда при себе носил орфографический словарик. Как прицеливаться, все это освоил. Не так-то легко было. Мальчишки, не знаешь путем еще русского языка, потому что мы русский язык все времена еще в деревне жили, не знали. Но у меня пришлось грамматику русского языка при себе иметь, читал я, и ребятами так быстро мы подружили. В 44-м Фатыха Шарапова определили в морскую авиацию. Подразделение Фатыха базировалось в Николаеве и было оснащено двухмоторными пикирующими бомбардировщиками, развивающими скорость до 450 км в час, что на 50 больше немецких. Главной задачей было бомбить разрозненные группы противника. Летчиков этого подразделения называли «золотым запасом» советской армии. Мы на смерть готовы. Мы ненавидели фашистов. Мы готовы были с ними воевать. Нам это не хотелось, чтобы немцы нашу страну завоевали. Вот такие у нас уже были
мысли не бояться, а надо воевать так, чтобы смело, здорово. Сижу в хвосте самолета, вооружение ради станции, приемник, передатчик между собой, экипажем и с землей, с другими ребятами, которые летят рядышком нашим, связь держишь. И мины там на воде разрывать надо, чистить. Мое дело – глаза и уши в самолете. Как они нашего увидят, убегали, боялись. Мы, конечно, уже вооружились к тому времени очень хорошо, самолеты хорошие, не то что как в начале войны. Ну и вот поэтому наша армия уже хорошо их загнала в угол. Говорит Москва, Германия полностью разгромлена! О победе Фатых Шарапов узнал от высшего руководства. Так, прямо. Ну, обнимается, все целуются, кто плачет, кто радуется. Нас выстроили, вот все объяснили, и даже победу отметили. Мы, я помню, белых мы одели, праздничных. Ну и вот такой праздник устроили красивый. Местные жители, рядом поселки, селы, все наши к нам лезут, благодарят, радуются с нами. В родные края, село Теплый Стан, Фатых Гареевич вернулся лишь в середине 50-х. Большая семья снова собралась за общим столом. Работы было много. Фатых Шарапов с первых дней возвращения работал связистом, провел в родном селе радио. В конце 60-х перебрался в Среднюю Азию, помогать бороться с последствиями крупного землетрясения. Там женился и познал семейное счастье. Куйбышев вернулся в конце 90-х. Сегодня Фатыху Гареевичу 95. А в глазах еще горит огонек надежды и с лица не сходит улыбка. Да, война – это боль, да, потери, да, испытания, рассказывает ветеран. Но испытания, с которыми великий народ справился благодаря непоколебимой вере, сплоченности и надежде на мирное небо. Это время подарило Фатыху Шарапову преданных друзей на всю жизнь. Вот они оказались, ребята. Вот они. Вот это москвич, парень. Читай, что там написано. На память другу. Говорит Москва, Германия полностью разгромлена!